Вы знаете, что больше всего мне понравилось в сегодняшнем вечере? Это то, что все настолько искренне и настолько честно исполняли свои номера. Друзья мои, я прошу послушать, если не трудно. И вот, глядя на всех друзей своих сегодня, я пришел к выводу, как быстро летит это время в нашей жизни. Оказывается, мы с Валерой Монастыревым 20 лет уже знакомы почти. Я думал, как-то вроде, ну, год, два, три, оказывается, 20 лет мы уже знакомы. И самое большое, самое хорошее, я что хочу сказать ему: Валера, спасибо, знаешь, тебе за что? За то, что ты, ну, самый добрый человек из всей нашей команды. Я в молодости был вредным, колючим и шершавым, подкалывал всех, и Валеру тоже частенько на наших гастролях. Но он никогда не отвечал ни грубостью, ни каким-то хамством. Он всегда был добрым, самым добрым человеком в нашей команде. Покажи нам свою жену, Валера. Жену свою покажи. Давайте ей похлопаем. И давайте, да, Ира, уважаемая Ирина. Я песню, которую попросил Валера спеть, посвящаю вам, а не ему, за то, что вы столько лет с ним мучаетесь. Вот. И вот эта песня, посвященная офицерским женам, «Хрупкая девочка на перроне», я попытаюсь ее сейчас спеть, а вы попытаетесь ее послушать. Сережа. Кто куда? Люди, лица исчезают, пролетают города. Ожидаю, скоро тронет и курю. О своем на посторонних не смотрю. Но сюжет обыкновенный тронет провожал военных кто-нибудь. Хрупкая девочка на перроне, переживая, сжимает ладони, а из окна в строгом лике отца стриженный чуб офицера юнца. Хрупкая девочка на перроне, скоро, наверное, скоро тронет и унесет в незнакомую даль. Преданность, верность, тоску и печаль. Преданность, верность, тоску и печаль. Дни до отпуска считали кусачи. Отпуск первый отгуляли, застучили. Поезд скорый, неизменный, она вдруг поймет, что муж военный, и одна, вновь одна. Вслед за ним нельзя учеба целый год. Ах, как много, ну еще бы, ждать его.
весело отпустят и причинят. Даже если в доме пусто, даже если негде жить. Хрупкая девочка на перроне, переживая, сжимая ладони, а из окна в строгом лике отца стрижет и чуб офицера лица. Хрупкая девочка на перроне, скоро, наверное, скоро тронет и унесет незнакомую даль. Преданность, верность, тоску и печаль. Ира! Тоску и печаль. Эти женщины заслуживают самой великих почестей. Это женщины, перед которыми надо становиться на колени. Извини меня, родная, вновь белеет. Я все прекрасно понимаю, это не секрет. Но ты все та же прелесть, милость, взгляд смешной. Вот только чубчик мой покрылся редкой сединой, а у некоторых вообще лысая голова. Хрупкая девочка на перроне, переживая, сжимая ладонь, а из окна в строгом лике отца стрижен чуб офицера лица. Хрупкая девочка на перроне, скоро, наверное, скоро тронет и унесет незнакомую даль. Преданность, верность, тоску и печаль. Вот и все. Дмитрий Еремин. Спасибо, Дима. Дорогие друзья, сейчас... Вот единственное, что вы не сказали, что все-таки я пограничник настоящий. И что я в Афганистане отслужил. И что я в Киргизии отслужил. И что я в Абхазскую войну отслужил. И... на Горном Карабахе отслужил. Наши аплодисменты участнику боевых действий Дмитрия Еремина. Самое главное, Валера, будь здоров! На секундочку. Дорогие друзья, просьба приготовить место на столе. Господа, вот такого вокала, вот такого качества кайфа у пограничников не должно было бы быть, но оно есть. Это просто фантастика. Он просто умница. Он такой заводной, что... Ну, это я вам говорю как профессионал. Как суперпрофессионал.